Ігоре, у нас сьогодні родини такий вечір, ні для кого не таємниця, що уся твоя родина палко вболіває за хлопців. Що говорили перед ефіром? Можливо, щось радили? У мене доча завжди на ефірі. Вона вирішила, що вона тепер буде талісманом категорії хлопців в цьому році. Ми насправді дійсно в сім'ї домовляємося, що все, що співають мої учасники, повинно нам подобатись. Ну, тобто ми не можемо співати пісні, які ми в сім'ї не признаємо. І зараз я дуже хочу, щоб пісня, яку заспіває мій учасник, мені сподобалась. Сподобалась моїй сім'ї. Це прекрасна пісня. А співати її буде яскравий і незвичайний Костя Бочаров. Сегодня просто оделись, тренировали, сделали нам прически и просто посадили в машину. Говорят, что, ребята, вы едете на M1 Music Awards, и с меня накрыло. Это очень круто здесь. Очень. Тем более видеть людей, которых ты видел только по телевизору, только видел в каких-то журналах, таблоидах, и ты видишь, она проходит рядом для тебя, ты чувствуешь ее запах, а твой запах ощущают другие, и все реагируют на мою линзу. Это очень здорово, очень круто. Мы сидим прямо возле сцены. Костя морозится, но он тоже в шоке. Я просто мороз, чтобы себя вести более так сдержанно и как-то прилично. Господи, мне нравится то, что я делаю, и то, что вообще занимаюсь. То есть это приносит самое большое удовольствие для меня. А папа водитель, мама домохозяйка. Она готовит как боженька. И папа у меня вводит как кто, потому что только с папой я чувствую себя в машине абсолютно комфортно. При том, что у меня родители какие-то, ну вот как-то не привязаны к творчеству, да? Но они такие, блин, творческие и так пытаются как-то поучаствовать в чем-то. Декорации вместе делаем, все. Он рисует эскизы, показывает, что надо, мне приходится вырезать. Ее не будет за спиной видно? Слаживать. Не, она будет за спиной вот так сложена. Костя, привет. Мы все за тебя болеем, переживаем. Ждем тебя домой с победой. Но самое главное, чтобы ты не расстраивался, даже если что-то не так. Набирайся опыта. Он тебе пригодится в жизни. Мысленно с тобой, мы тебя любим. Когда у тебя есть родители и есть какая-то поддержка, то тебе к чертям больше ничего не нужно, потому что они у тебя есть, и этого достаточно. Ты не сам, ты не один. Костя Бочаров. До самого
самого дна. Та щире серце Кості Бочарова у прямому ефірі на телеканалі СТБ на сцені шоу «Ікс-фактор». Костю, як би голосно не дякували тобі глядачі, я знаю людей, які вкрай рідко аплодують, сидячи тут у першому ряду. Андрію, що скажете? На жаль, Ліні було простіше мене вжалити, заживе десь щось взяти. Вона дівчина, гарна дівчина, знає це, і це її проблема. А тобі важче було це зробити, тому що ти, я бачу, що такий амбіційний хлопець. Ти обираєш собі матеріал, до якого ти хотів би дорости, але ну, не плутай туризм і еміграцію. Розумієш, це не завжди ну, тягнутись до чогось, сильного, важливого і для всіх нас, і для тебе – це класно. Але бути на тому рівні вже зараз – це трошки різні речі. Позаяк, я дуже хотів би побачити тебе далі, і я дуже хотів би, щоб глядачі, почуйте мене зараз, глядачі України, всі, хто дивиться «Ікс-фактор», і дайте шанс цьому артисту, тому що мені цікаво наблюдати, що може з нього вийти. Це один із тих людей, які в нашому шоу, вони піддаються, їх можна направляти, і вони зростають. Це ну, шанси в тебе є, і я хотів би, щоб ти переміг. Дякую. Дякую, Олексій. Дякую, Ніно. Я точно знаю, что Костя музыкант. Я уверена, что он живет этим, он просто корит в музыке. Я согласна с тобой, что абсолютно ты выбираешь материал, который тебе хочется показать еще такое
такой уровень высокий. Но хочется сказать тебе одно важное момент, что всегда, всегда выбирай между могу, хочу и люблю. Потому что иногда бывает, что какой-то жизненный опыт тебе дает право сказать, что я могу, но без любви там ничего не происходит, нету живой. Так что сегодня ты боролся с этими чувствами, и нужно до конца любить, нужно переживать до конца. И тогда правильные акценты, правильные интонации и правильная кульминация. Спасибо. Дякую. Ты хороший. Сергею. Вы знаете, я не знаю, что я должен оценивать здесь. Дело в том, что исполнение Кости Бочарова и сама композиция стали лишь фоном для потрясающей актерской постановки. Актеры играли харизматично, самозабвенно, с отдачей колоссальной, как вот в театре, действительно. Они пихали друг друга, толкали, падали, потом вставали. Я понимаю, что этот актерский этюд – это метафора жестокости нашего мира. Но это было потрясающе. Я не мог оторваться от взгляда, от руки молодого человека, который из дыма протягивал руки к девушке. Она его спасла, а потом он ее кинул в этот же омут. Это было страшно. У меня прямо сердце было сдавлено. Жестокий мир. Но отыграно актерами это было блистательно. Очень точно. А Костя сделал для этого просто саундтрек. Он был как бы, ну, за кадром. Он был тут, но его не было, потому что были актеры. Он с ними не взаимодействовал. Он просто как бы, ну, случайно, что ли, оказался, стал свидетелем вот этой вот жуткой потасовки какой-то. Ну, и заодно он пел при этом. Поэтому одно с другим не стыковалось никак совершенно. И поэтому исполнение Кости и в этот раз, как и в первом нашем эфире, для меня прошло мимо, к сожалению. Дякую. Игоре. Ну, як я сказав, мені хотілося б, що ця пісня мені сподобалась. Я так зараз побачив, що Костя боровся з балетом і формою, яку придумали аранжувальники. Той, хто робив цю пісню не розуміє. А Костя зробив все, що міг. Дякую. Ну що ж, шановні глядачі, ваша небайдужість та готовність захищати кожного і насамперед Костю в даному разі може проявитися завдяки звичайним телефонам. Отже, якщо вам до вподоби цей нетиповий та глибокий хлопець, телефонуйте на номер 0900-906-010 або надсилайте смс з текстом 10 на номер 7766. Одним словом, робіть все, що можете, аби ваш фаворит не потрапив сьогодні до найслабшої трійки. Лінії для голосування відкриються після завершення останнього, 9-го виступу. Тож, не пропустіть важливого оголошення. А це був Костя Бочаров.